Всем привет, с вами я, Забоевит, а мы сейчас играем Battlefield 3. Поехали. Берете по оружию. Дим, я надеюсь, что американец сделает в Нью-Йорке все как надо. Группа твердила правила игры? Да, самое главное — захватить ядерное оружие, чего бы это ни стоило. А как же французская полиция? Если бомба взорвется, то обвинять будут Россию. И миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон — долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет отомстить. Соломон может быть и псих, но он отлично знает, как достичь своей цели. Дим, ты помнишь, последний раз мы здесь были под Триумфальной аркой? У могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Если бы люди знали, как многое в мире зависит от нас. Да, сегодня пара человек узнает, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я в себе это стараюсь подавить. Приближаемся к бирже Euronext. Мы в зоне подавления от фондовой биржи. Дима! Дим! Включаем блокиратор! Соломон не может активизировать ядерный чемоданчик дистанционно, если мы будем неподалеку. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься! Помните, в ядерный чемоданчик не стрелять, он может повредиться, и тогда всем хана. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Давай! Сукин сын! Чего-то пошло не по плану. Пошли? Пошли быстрей! Давай. За мной! Через автопарк! Спускаемся на уровень Б, а потом так, по лестнице давай, вверх. Кнопочку. Ну, не кнопочку. Я хорошо. Бля, вообще кто-то. Буквы ебошки. Бля, вот эти блики их, конечно. Блики плюс ты хочешь, блядь. Все блики ебаные поубирать надо. Тут что-то было интересное. Очень прям интересное. Вот такая же самая, да? Говнина. Давай что-то. Что здесь было интересное, бля? Учила. О, в 2000 точно. Это прикольно, кстати. Давайте, ребят. Владимир. Все, нету. Нормально. Чело просто печенек. Окей. Просто печенек. Ух, ебать. Справа!
Да ебать. Его там не видно. Какая-то голова там где-то спряталась. Все еще эти блики, блядь. Контакт слева! Этот готов! Тебя справа! Где ты, блин? Пиздюк, который меня постоянно справа валит. Такой себе этот F2000. Ребята, давайте. Давайте, ребятки. Значит, наверх. Ух ты ж, ебать. Вот это гусь выбежал. Правильно. Пускай летит. Ебанулся. Так, хорошо, хорошо, давай. Еще наверх. Надо определить все цели. Нужно примерное местонахождение бомбы. Прием. Основной торговый этаж вон туда. Чисто.
Так, хорошо, хорошо. Что он здесь? Кого здесь будем ебать? Давай. Кирпили. Ебать. Шо нахуй? Хера сразу мне так въебал, блядь, с ножа. Сердечко там. Еб твою мать. Лады. Хорошо. Пиздюк здесь бегает. Такой мелкий. Такой. Ловим его, блядь. Ладно, это я просто поспешил, конечно. Не заметил. Он тупо рядом сидел. Жесть. Ладно, сейчас будет все точно, нормально. Сейчас будет пиздатенько все. Брат, я порубеньки. Ебать, да какого хуя с одного выстрела сразу убивают? Блин, какие-то прострелы ебучие где-то появляются, блин. Как ебанет, так ебанет, блин. То есть с ножа, то это, блин. Непонятно, с чего он там. Ебать. Что за хрень, блядь? Фу, блядь. Приколдесы с каждой новой загрузкой, блядь. Да ты, блядь, умрёшь сегодня, не? Хорошо. Что, новый сейчас появится там, да? Давай еще одну. Я люблю, когда они в одно и то же самое место по 100 раз ходят.
новый пошел, смотри. Еще один, да? Да, это... А, тут греночку кинул. А что, нового не будет? Новый не подойдет? Все, ребята, пошли. Стоят просто там. Нам нельзя отставать от него. Он уходит! Ох, ебать, а это что за тип? Разберем его. Сообразим на двоих. Беги. Беги. Черт, нам уже идти надо. Быстрее, вперед. Нихуя, я прыгаю, конечно. Спасибо. Подожди. Мы попадем под перекрестный огонь. Дай полиции загнать его сюда. Тогда мы его захватим, понял? Захватить этого. Что-то, по-моему, полиция пиздец, короче. Начало ебашить два раза сильнее по нам. Ай, полисмена я там убил. Ё-моё. Ай, какой же я пидорас, конечно. Противник на 12 часов. Я не вижу бомбу. Обходи автобус. Сюда полиция. Ебать. По зданию по пизде пошло. Чувствую себя ебаным разом. Пиздец какой. Они идут вверх по улице. Прониви. Все, подходим. Стало время. О, ебать. Что это было? Это тупо нежданчик. Вылезли с фургона. Хотя я проходил, но я этого не помню. А, такое тоже бывает. Да ебать нахуй. Ну что происходит иногда? Какие-то моменты такие, когда тебя, блядь, просто нахуй выносят сразу. Ничего с этим сделать не можешь. Контакт, блядь! У тебя полиция сзади! Огонь и вперед! Там снижается! Пошли! Вот же, вниз по улице! Быстрее! Выносим их! Еще подходят. Полицейский спецназ. У нас мало времени. До одного вынесите, ну ёпта. Чем вы мне всех оставляете? Я не хочу себя чувствовать ебаной мразью. Пиздец ему.
Нас сюда вызвали полгорода разъебени, походу. Хотя нас никто и не вызывал, в принципе. Сами за пидорасом пришли. Хотя я, блядь, к уезжению будто они не лучше. Полиция сколько перебить. Ой, блядь. Ебать, пидора. Ого, вот это по чуваку прилетело, конечно, нихуёво. Это был Владимир. Поехали. Ты не по своему стрелял. Беги, 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 давай. Давай. Сейчас догоним этого уёбка. Постой ты, сучка. Все, на нахуй в животик, скидывай его, скидывай, блядь. Во, блин, вот так ушел на переработку. А ее здесь нет. Это же пустышка! Это не ядерное оружие! Черт, где бомба? Нет! На ебаниску, Питер, давай. Так, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был я, Зубовито. Следующее задание гремит гром. Когда это было? 10 часов назад. 80 тысяч жертв. Эпицентр биржа Euronext. И как оно? Я этого хотел, что ли? Да вы, ребята, что, тут совсем охерели? Я пытаюсь не допустить того же в Нью-Йорке. Как думаете, сержант, кто это сделал? ССО и Соломон. Результаты взрыва подходят под характеристики русских ядерных бомб. Дима был там в это же время. Понимаете, к чему я? Дима пытался остановить взрыв. Парижская бомба — одна из пропавших. Бред. Ну и что? Это ведь все равно произошло. Сержант, вернемся назад. Вспомните-ка банк. Вы сказали, парижская бомба связана с банком. Это не Дима. Он не мог. Я жду. Мы послали сигнал тревоги. Кремень-3, рота Чарли, первый танковый. Они за нами прибыли. Миллер за нами прибыл.